В библиотеку пришли воспитанники группы Садко со своими воспитателями из центра «Солнышко». И кому, как не детворе, рассказывать о тайнах шоколада, его видах, секретах приготовления, как и когда какао-бобы попали в Европу, а затем и в Россию. Праздник этот достаточно молодой. Начали его отмечать в 1995 году. Придумали этот праздник французы. Я считаю, что совершенно верно, потому что шоколад – это такое лакомство, которое знают все, любят все. Ну и без него практически сейчас и невозможно как бы наша жизнь. Ребята узнали много нового и интересного. Разобрались, вреден или полезен шоколад и как его изготавливают на современных кондитерских фабриках. Шоколад, ну, как его делают? Его сначала берут какао-бобы, разбалуют их, очень долго разбалуют при горячей температуре, потом ложат в плитки. И делает и ложит в холодный холодильник. И получается шоколад. Его все люди любят, потому что он вкусный. Он самый известный, он вкусный. Он продается много в магазинах. А сама ты любишь шоколад? Да. Детям, которых заинтересовала эта сладкая тема, библиотекари подобрали книги о шоколаде.